Tornado Energy. Do damage. Йоу, здорово всем, друзья, с вами Нир, и хочу сделать маленький анонсик. Видео, на самом деле, супер такое спонтанное и неожиданное даже для меня, но мне пришла такая идея, она как бы уже была, но хочу сделать на регулярной основе стрим обучения по Давана, но его сделать несколько в другом русле, в плане того, что хочу брать за 2 часа стрима 2 игроков. Не знаю, как это получится и будет ли это шоу, либо все же обучающий контент, но... Чтобы это проверить, нужно просто брать и делать. Так вот, это в основном анонс, и я даже не знаю, как его представить, но надеюсь, вам будет понятно. Так вот, для того, чтобы попасть на стрим, нужно что сделать? Нужно написать в группе ВКонтакте моей, а именно в отдельной теме, почему вы хотите попасть на стрим и поиграть со мной в рубрике «Обучение Падавана». Немножечко объясню вообще, что это за рубрика. Это я беру одного из своих подписчиков, и спрашиваю у него, что у него не получается, по его мнению, играть. Тем самым, изначально мы разбираем то, как, по его мнению, нужно играть. То есть то, что он делает неправильно, почему он это делает неправильно, и вычленяем тем самым его ошибки, а также пытаемся их исправить. Если же человек неправильно понимает, почему он плохо играет, то я просто постараюсь ему подсказать, либо же как-нибудь навести, указать, показать, помочь. То есть буду пытаться всячески помогать своему подписчику, танкисту очередному, для того, чтобы он улучшил свою игру и не портил бои статистам. Ведь мы же все не любим этого, когда какой-нибудь союзник раб портит нам бои. Так вот, чтобы этих крабов было меньше, нужно помогать просто другим игрокам, показывать им, как следует играть, и такого еще нету, и я хочу просто в дружеской атмосфере побеседовать со своими подписчиками и также им помочь. Точно так же, как вы помогаете мне расти моему каналу и в целом помогаете мне лично расти. Так вот, для того, чтобы... поучаствовать в этом стриме, единственное, что нужно сделать, это просто написать в теме, в моей группе ВКонтакте, ваш ник и почему вы хотите играть. А дальше мы с вами свяжемся или рулеточкой выберем какого-нибудь человека, проверим его микрофон, если он будет хороший, то, соответственно, возьмем этого человека, если он будет плохой, то, ну, не обессудьте, поскольку вы же сами понимаете, это стрим, и другие люди будут слушать, и если у вас будет плохой микрофон, либо вы не сможете разговаривать, к сожалению, я не смогу с этим смириться, и придется найти другого человека. Надеюсь, я понятно объяснил, с вами был Нир, обязательно оставляйте ваши ники и всем вам хорошего дня.